Накопительный водонагреватель Этмор Марина VFE 100 имеет объем 100 литров, благодаря чему способен обеспечить 2 и более точки горячей водой для потребностей 4-5 человек. Корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали. Бак имеет высокую степень защиты от коррозии благодаря стеклокерамическому покрытию внутренней поверхности бака и установленному магниевому аноду. Водонагреватель оснащен медным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Максимальное время разогрева холодной воды до температуры 55 градусов составляет 125 минут. На водонагревателе установлен регулятор температуры со встроенной защитой от перегрева, позволяющий регулировать температуру нагрева воды от 40 до 75 градусов. На декоративной крышке водонагревателя Этмор Марина VFE 100 имеется ручка регулятора температуры и световой индикатор включения. На корпусе водонагревателя установлен термометр, сетевой шнур в комплекте. Также в комплект входит предохранительный клапан. Он устанавливается на входном патрубке и защищает бак от избыточного давления более 8 атмосфер или от непредумышленного слива воды. Гарантия на водонагреватель Этмор Марина VFE 100 – 3 года.